играли с хорошей командой, и Насав обладатель кубка, и плюс мобильная, амбициозная команда с сильными фланговыми атаками, и то, что получилось у них, фланговые 4 гола пропустили головой, хотя могли и выиграть, но это футбол, поэтому я думаю, зрителям понравился матч, и Насав поздравляю с выходом в следующий раунд. И нашим ребятам большое спасибо за игру, за самоотдачу, потому что игра с таким соперником, забить 3 гола, это дорого стоит. Какие задачи стоят перед командой в этом году чемпионата? Ну, задачи были у нас, нам выйти было с группы, то есть дальше пройти в кубки. Но уже, считай, кубок уже не получился. Теперь у нас задача одна, и сохранить прописку в премьер-лиге, и каждая игра у нас будет как финал, поэтому независимо от соперника, мы всех уважаем, ко всем будем готовиться. Команданы диарлы толык, икенчи даврада алмаштырдыңыз ойынчыларны. Көйлегиздеги барча ойынчылар алдым деп саблайсыңбы? Нет, насколько была возможность, мы максимально попытались, на процентов, наверное, 70, да, потому что регламент был, плюс определенные правила были. Мы взяли основную ставку, сделали на игроков U20, да, чтобы дать ребятам возможность проявить себя и плюс показать себя, что они тоже как бы, чтобы шагали, скажем, в большой футбол. И у команды Насав мы взяли 2 игроков, да, то есть поэтому где могли, там взяли, но на процентов 70 мы довольно у нас, видите, показатели мы забиваем, но и пропускаем много, поэтому это большая проблема.